Вот, мы пришли на выставку рептилий. Вот вход. Это змея. Ничего себе, какая она. Такая большая, да? А вот это паук. Ой, паук, я так боюсь пауков. Ой, такой волосатый. Посмотри, он шевелится. Посмотри, как он шевелится. Смотрите, а это кто еще? Это тоже змея. Тоже змея. Она называется Кэмпбелла. А та змея это, как смотри, называла? Смотри, да, вон даже ее вот тут вот личико видно, глаз. Как это на лампе? Жуки тут сидят. Ой, ползают. Видишь? Змея. Ага. А почему они на змее ползают? Ну, нравится им? Пойдем дальше посмотрим. Это хамелеон. Вот он, зеленый. Вот, с этой стороны. Вот, смотри, возле... Как он меняется? Ой. Ну, пока он зелененький, если он захочет спрятаться, то поменяет цвет. Смотри, как у него глазик шевелится. Смотри, как... А это, ребята, лягушка. И она даже, да, ее как будто не видно, что она тут лежит в грязи. Под цвет грязи притворилась. Вот она. Такая интересная лягушка. Что ты там увидела? Ой, это змея. Она даже свою попить перевернула. Баночку с водичкой. Такая большая тоже. А тут кто? Никого, наверное. Пустая, никого. Тут, а тоже вон тараканчик. Ой, тут кто-то с водичкой. Черепашка. А вон она там такая маленькая, красивая. Никого не видно. Спрятался, наверное. Ой, паук. Паук. А тут кто? Кто тут? Уже не видно никого. А тут кто? Тоже тут должен быть паук, вот на картинке написано. Но где-то он спрятался. Вон, видишь, там паутину плетет, Карина. Видишь, там сбоку плетет паутину. Но он где-то есть, но, наверное, заполз куда-то. А, так вон он там в паутине сидит. Ты видишь? Нет. Вон в паутине, в углу. А, видела? Да. Домик себе. Ой, тоже паук. А тут? Пушистенький. А тут что? Паук. Где? А, вон. Тоже такие волосатенькие. Еще одна змея у нас. Она такая худенькая. Та была жирненькая. Так, тут должен быть Анолис рыцарь. Какой-то рыцарь должен быть. А, тоже это, Кариночка, ящерица. Вон она там в листве спряталась. Она меняет цвет. Ну, видишь, она зелененькая, она спряталась под травку. Но, тут стекло цвет. Не видно. А тут, да. А это змея, и она сбросила свою кожу. Вот это белое, это она сбросила свою кожу старую. И сейчас будет обрастать новой.
Видишь? Ну вот, она, видишь, сама по себе красная на картинке, вот как нарисована. И старую свою кожу она сбросила. Вот это старая кожа. Ну, змеи обновляют свою кожу. А вот она, наверное, вон в соседнем. Вот она. Видишь? Там оставили специально, чтобы детки видели, как змея сбрасывает кожу. А вот она здесь. Понятно. Угу. Ой, тоже змея еще и ползает. Вылезает. Вот тут язычком своим. Хочет вылезти. Привет, змея. Ну не дуй на нее. Зачем ты на нее дуешь? Красавица. Тоже змея. Здравствуй. Он вообще такой большой. А вот смотри, еще кто-то тут. О, улитки. Вау, мам. Ну тут они где-то, наверное, закопались. Вот она, вот на крыше. Видела? На крыше. А, там? О, точно, они тут. На крыше. А тут кто? А тут лягушка. Вон она, в углу, видишь? Да. Лягушка. Да, лягушка. Послушай внимательно. А это сверчки. Угу. Посмотри их как много. Да что, смотри. Крылочками и звук идет. Тут белая змея. А там кто, черепашки? О, это самый главный тут, наверное. Ты посмотри, какой классный. Зубастый. Смотри, мультик хранит. Да. Ой, какие зубы у него. Какой он страшный. Смотрит на нас. И большой-большой. Не надо так стучать по нему. Ой, что ты? Смотри, какой. Тут тоже змея маленькая. И тут змейка должна быть. Тут что-то никого. Ой, змея, смотри, какая красивая. Пятнистая. Вот она сбросила где-то. Кожу. Ну, тут не видно кожу. Ой, смотри, какая большая. Ой, смотри, какая большая. Черепашки. А еще мультик. Вон один кушает. Один кушает яблочко или что ему тут дали. Вот их тут много-много сверчков. Так, вам понравилась выставка лепти? Всем пока!